Новые конкурсы в библиотеках. Эстафета семейного чтения «Пишу в стиле Шукшина. Талант высокой простоты». Как можно стать участниками конкурсов? В чем их уникальность? Смотрите программу «Город С» 27 февраля в 18:15. Гости в студии: Инна Ямщикова, заведующая отделом проектных технологий СМИПС «Самара», и Ирина Хлебодарова, главный библиотекарь филиала библиотека номер 23 СМИПС «Самара».